Всем привет! Сегодня международный праздник, День повара, и мы находимся на факультете ресторанного бизнеса. Сегодня сюда приехали ведущие повара со всех уголков России, чтобы поделиться знаниями и опытом с молодыми студентами. Сейчас мы все расскажем и покажем. Я не один, я один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Я не один. Кто идет вперед по пути наверх? Ответь, пожалуйста, на вопрос, каким ты видишь себя после окончания колледжа? Возможно, откроешь собственное заведение или устроишься в ведущий ресторан мира? Ну, мне кажется, я буду работать обычным поваром в хорошем предприятии и буду ожидать карьерного роста своего. Расскажи, пожалуйста, что за мастер-класс здесь проходил? Привет, Тимофей. Сегодня на площадке первого МОКа проходил практический мастер-класс для разных курсов студентов. Мы сегодня показывали молекулярную кухню. Это работа на оборудовании. Сделали кофейную вытяжку и миндальное молоко. Скажи, пожалуйста, как выпускник, какие границы открывает эта профессия? Я считаю, что границы открывают большие. Благодаря нашим партнерам и базам практик открываются вакансии после прохождения и в будущем. Стабильность. Как ты думаешь, профессия повара востребована в наше время? В наше время как никогда она востребована, потому что сейчас на рынке труда не хватает поваров, кондитеров, и сейчас она как никогда востребована. Юрий Дмитриевич, вот я первый раз на подобных мероприятиях от нашего комплекса. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. О сегодняшнем празднике можно много говорить. Это Международный день повара. На факультете, на котором мы присутствуем, это самый большой наш факультет, на котором учатся почти 1000 студентов, и это востребованная специальность. Там мы сегодня как раз на круглом столе говорили о том, что есть три специальности. Одна из них – кормить. Это просто нужно иметь талант. Сегодня мы об этом говорили. На этих днях мы делимся опытом. Здесь были наши прекрасные работодатели. Вот за мной буквально это стена наших работодателей, которые предоставляют возможность трудиться, получать великолепную компетенцию вот этой чудесной, доброй специальности повар. Всех с праздником! Я не один, я один из тех, кто идет вперед, по пути наверх. Я не один, я один из тех, кто идет вперед, по пути Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Как вы считаете, в наше время важно проводить профориентационные события? Я считаю, очень важно с ребятами разговаривать сейчас о профессиях, которые есть в нашем городе. Потому что в нашем городе представлено огромное количество отраслей и разных профессий. И важно, чтобы школьники знакомились, пока они еще учатся в школе. Это и есть профориентация. Я считаю, важно. Поздравьте, пожалуйста, поваров нашей страны с их профессиональным праздником. Ой, я сделаю это с огромной любовью и удовольствием, потому что, наверное, я тот самый человек, который любит очень вкусно и красиво покушать. Я считаю этих людей волшебниками, я считаю их творцами, художниками. И от всей души поздравляю с этим праздником, желаю их творческих успехов. Кормите нас вкусно! Что ж, дорогие друзья, этот день подошел к концу. А жаль, ведь хочется, чтобы такие прекрасные мероприятия повторялись из года в год. Я еще раз поздравляю всех с праздником. Всем до новых встреч!